Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажу вам одно легендарное оружие для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, после установки данного мода в нашем мире появится три предмета, два из которых это мечи. Вот такой, так сказать, синий меч у меня в руках. Ну, давайте оценим его мощность. Для этого мы заспавним пигмана, то есть на зомби, и попробуем убить его. Что мы видим? Мы убиваем этого синозомби с одного удара. Ну что можно сказать о мече? Меч очень сильный. Но второй меч это уже огненный меч, то есть он, можно сказать, сделан из ада. Именно с этого мода заключается в том, что вы не сможете сделать эти мечи. Сможете создать их только в режиме креатива. Но вот опять синозомби мы убили опять с первого удара, что доказывает, что мечи очень сильные. Так, дальше у нас... Давайте попробуем заспавнить инфрита, тоже его убить. Но опять же, мы убиваем его с первого удара. Третья вещь, это у нас такой молот. Ну, секрет молота заключается в том, что мы сможем сломать любой блок, любой скоростью. Но, если сломать не тот блок, то он вам не дропнется. То есть, вы сможете рубить только дерево. Ну, это такой топор. Ну что ж, на этом все. Ставьте